Добрый день, друзья. Меня зовут Андрей Свиридов. В прошлом игрок в баскетбол, трехкратный чемпион Советского Союза, чемпион Европы, мастер спорта по баскетболу. В нынешнем актер театра и кино, надеюсь, вы меня узнали. Я безумно горд быть другом спортивно-патриотического клуба «Европол». Вы знаете, когда мы познакомились первый раз, когда ребята пригласили к себе, я увидел, что они делают. У меня, правда, побежали дрыжики, мурашки. Вот, потому что это было что-то настоящее, это есть что-то настоящее. Увидев вот этот запал в глазах у детей, то, что они являются частью данной программы, данной школы, вот, это было нечто очень крутое. Вот, поэтому ребята делают настоящее дело, и я горд быть частью, маленькой частичкой этого. Давайте поможем спортивно-патриотическому клубу «Ярополк» провести новое патриотическое мероприятие, которое сейчас затевается, и дадим нашим детишкам очередной шанс получить удовольствие от этого прекрасного шоу. Давайте поддержим всем миром.